Всем привет! Я не собиралась снимать видео, думаю, мало всего, о чем можно рассказать, но потом что-то появилось и то, и другое, и третье, и захотела снять слишком много. Не знаю, с чего начну. Пожалуй, с того, что вдохновлена я сейчас такой здоровой злостью от Вартана Болотова. Если кто не знает, погуглите, можете найти его видео на YouTube. И он говорит такие вещи, которые обычно говорю я. Просто он это говорит грубее. Я говорю, стараюсь как-то быть более тактичной, но, в принципе, я считаю так же, как и он. Это человек, который знает все про волосы. Это, как он не любит стилист слова, наверное, парикмахер. В общем, очень грамотный. Очень бы хотелось мне к нему попасть. И, кстати, если вдруг кто-то был у него, напишите, каково это. Давайте уже только про волосы. Вот, например, он сказал, очень просто хочется об этом поговорить, он сказал, что часто приходишь к стилисту, начинает чем-то там красился, неизвестно, ты сама виновата. Вот я думаю, такие вещи как-то недопустимы для профессионала. То есть, ну и что, что чем-то красил? Смотрите на состояние волос, что там использован силикон, это должно быть видно профессионалу. То есть, как будто, знаете, я вообще замечаю сейчас такое, что, может быть, это даже всегда было, что все работают по шаблону. Так, мысли у меня сейчас... Мыслей каких-то своих выводов как будто у людей нет. У людей считаются, которые профессионалами. Очень много сейчас открыто салонов, но там работают не профессионалы. Мы платим чаще всего за то, что там просто красиво. И знаете, я долгое время работала, например, на 1С-программе. Кто знает эти программы, 1С-бухгалтерия, 1С-торговля и склад, неважно, какая была у вас, но я всегда учила так девочек, которые приходили к нам, что нужно не смотреть на вот эту программу вот так. Просто вот мы видим интерфейс программы, а видеть ее вот так сзади. То есть, когда мы отправляем со склада товар на точку, мы не должны видеть это вот так прямо. Мы должны понимать, что этот товар идет, как он идет, где он останавливается, кто его принял, и в конечном итоге, как он оказался на точке. То есть, вы понимаете, о чем я говорю. Вот примерно то же самое, мне кажется, должно присутствовать в любой работе, потому что чаще всего у нас вот именно все как-то плоско все понимают. Пришел человек, у тебя волосы, надо волосы покрасить. Послушайте, на самом деле очень интересно, он там говорит об всех этих новшествах, Olaplex, там, которые я тоже не приемлю, не знаю почему. Мне кажется, это что-то такое, знаете, просто что-то дешевое, более усовершенствованное, что-то вот как-то так я к этому отношусь. И, кстати, он также об этом и говорит, и это очень интересно, и по большей части нас обманывают. Но мне кажется, даже не то, чтобы обманывают, а именно из-за того, что сами просто не разбираются, не следующие в своей области. Это очень плохо. Столько мыслей у меня, поэтому я сбиваюсь. Он сказал также, что когда приходишь к парикмахеру, он обязательно должен понимать, какой цвет получится. Если он не может это сделать, он откажется. И вот странно бывает, и, наверное, почти все с этим сталкивались, что ты приходишь, говоришь вот так, я хочу такой цвет, получается вообще другой, и тебе говорит парикмахер, ну, вы знаете, там у вас такой волос, ну, откажитесь, скажите, я не смогу. Зачем делать то, что изначально не получится? Но, скорее всего, я думаю, он сам не ожидал, что не получится, и так на авось. И вот он рассказывает, что у профессионала такого не может не получиться. И мне вот знаете, что интересно? Я художник по образованию, и я всегда знаю, что я, смешав один цвет с другим, может быть, это не очень к этому подходит, все-таки это химия, но тем не менее, тоже краски смешиваются, и я вижу холст. От тона своего холста я понимаю, что если он белый у меня, то краски лягут вот так, как я их вижу, да? На холст перенесу. Если там подтон желтый или серый, то чуть-чуть другой оттенок получится. Мне кажется, профессионал тоже должен понимать, так же, как и визажист. И визажисты, по большей части, у нас я вообще почему перестала сниматься. Мне очень не нравилось, как красят наши визажисты. Тоже очень шаблонно, никогда не видят, какой у тебя глаз, какой у тебя тон. Просто вот у меня есть вот эта косметика, я сейчас ей по схеме тебе нарисую. Но ведь я тоже училась на визажиста, я знаю прекрасно, что там учат этому сделать из такого глаза какое-то другое, но почему-то у нас не могут. Так я сейчас это слушала и думаю, с кем поделиться, может быть, даже поэтому стала снимать видео. И хочу показать вам свои волосы. Я их не укладывала специально, уложила просто здесь феном, прохладным воздухом. И здесь тоже до полувлажного состояния, и потом сами высохли. Я просто хочу сказать, что я красилась, вы знаете, все с декабря, краской Кимон. И вот последний раз я окрашиваю волосы краской Кевин Мерфи. Вот смотрим. Вот здесь вроде бы волосы нормальные, да, такие живые, здоровые какие-то. Вообще у меня всегда вот так вот идет
хороший волос, потом здесь начинает ломаться, пушиться, не знаю что. С этой стороны вот он как был таким уродским, вот таким он и остался. Поэтому вот мне хотелось бы попасть все-таки к Вартану, чтобы он сказал про мои волосы. Значит, я делаю такой вывод. Если у меня вот эта часть только хорошая, здесь, ну, как всегда, а здесь нет, здесь все-таки вот отсюда уже идут плохие. То есть красилась где-то вот так кимон, а это вот уже тоже этой же краской, но лучше не стал. То есть мне это ничего не дало. Ходить в салон ради того, чтобы сделать свои волосы лучше, просто не удалось. Я сейчас записалась к девушке, у которой я красила волосы раньше. Я помню, что она мне именно их вылечила. Девушка, которую я считаю профессионалом, все-таки я пойду к ней и посмотрим, что она мне сделает. Я вам покажу. Если вы хотите, можете посмотреть мои предыдущие видео, совсем-совсем старые, года два назад, наверное, и вот там как раз волосы длинные, это то, что делала она с мелированием, и светлые волосы, это все ее заслуга. И она мне, кстати, их и не испортила, хотя, когда я к ней пришла, это был просто ужас. Я там пыталась сама что-то делать, покрасить волосы, и у меня было вот такое пятно здесь, обесцвеченные волосы. В общем, это был страх, она мне это все исправила. Я не знала, не знаю, вот на каком красителе меня красили, это мое упущение, я даже не спрашивала. Такая балда, надо спрашивать. И теперь скажу еще про волосы, что мне подарили вот такой шампунь. Я все время говорю, все мне волосы выпадают, и вот мне подарили такой шампунь. Это турецкий шампунь, написанный без СЛС, в общем, с экстрактом чеснока, против выпадения. Я пользуюсь им дней 5, наверное, но не могу сказать, что стало лучше, что-то с волосами все вроде точно так же. И сначала показалось, что меньше выпадают, но сейчас также выпадают. Я не могу сказать, что сильно, конечно, это не как в прошлый раз, такое не глобальное выпадение, но приятного мало. Я так иногда сижу, раз, смотрю, тут волос у меня тут, это противно. Вообще очень нехорошо. Ну, пока 5 дней, посмотрим. Он прозрачный, значит, без силиконов. Пенится хорошо, пахнет приятно, ни чесноком, не подумайте. Здесь очень много, 700 мл, и стоит он 1000 рублей, кажется. В общем, я уже дошла до этого, не знаю, может быть, поможет мне хотя бы вот этот шампунь. Когда уже все перепробовано, начинаешь уже на все бросаться, мало ли вдруг поможет. Кстати, с этой стороны волосы почему-то похуже. Вот, смотрите. Не знаю почему. К хорошему теперь. На мне футболка в полосочку, о которой я очень долго мечтала. Это одна из самых удачных покупок за последнее время. Я сделала ее на Айзел. Знаете, есть такая торговая площадка, или это интернет-магазин, как назвать, лучше не знаю. Это марка. Сейчас я вам покажу. Встану. Так, вот, Клаудия Перлот, что-то такое. Вот, такая футболка. Я ее тут тогнула. Посмотрите, как все линии совпадают. Она безумно мягкая. Я не знаю, как вам это показать. Она просто очень мягкая, очень приятная. Ее можно вот так сложить. Вот так, в общем, такая будет стильная. Я мечтала просто действительно о такой футболке. Именно в полосочку, и она превзошла все мои ожидания. Это просто вообще супер, когда ты покупаешь футболку, ну, думаешь, футболку, и ожидаешь, еще подойдет, не подойдет, а она просто бомба. Она лучше, чем ты ожидала раз в 100. И у меня есть разные футболки, вы все знаете, это и Лора Пиана, и Бальма, и N21, много, Маквин, разные футболки. У меня есть дорогие футболки, но эта футболка самая лучшая. Я скажу вам, она стоит 8500. Найзел, но там был ценник, видимо, из того магазина, где он был заказан, там было написано на наши деньги, это получалось 6800, по-моему. То есть небольшая прибавочка к ним. Но я купила с 50% скидкой за 4,5. Ну, может, 4300, ну, где-то вот так, 4 с копейками. Просто я так рада, так довольна, и как ни одной другой футболки. Вот так. Качество просто супер крутое. Если вы не знаете этот бренд, обязательно обратите на него внимание. Это тот случай, когда вот я искала именно такой всегда, знаете, чтобы было не так дорого и чтобы было очень качественно, чтобы можно было носить. Правда, я не стирала, но мне сказали, что это крутая марка, когда я показала в истории у себя в Инстаграме, мне сказали, что это супер. Стирать, гладить, делать все, что хочешь, и с ней будет все прекрасно. Мне сказали, что джинсы хорошие у этого бренда. Ну, в общем, обратите внимание, это я вам такой искренний совет. Она классная, правда. Дальше. Я скажу, какая помада на мне. Вот такая. Это Бербери. 100-летняя помада уже у меня. Вот. Вот так выглядит. Карандаш.
тоже люблю эту помаду. Продолжение той темы, о которой я говорила в начале, про волосы, про специалистов, вернее. Я хотела бы сказать еще вот про губы. Например, когда ты приходишь, тебе говорят, ой, что вы кололи до этого? Ты говоришь вот это, и они говорят, ой, наверное, это плохое, наверное, начинают пугать. Мне кажется, пугать для человека, который занимается, который работает именно с людьми, причем вот именно в этой области, это вообще самое последнее дело, так нельзя делать. Это первое. Второе, ну почему специалист, который хочет как-то принизить того, кто был до него, для меня всегда в минусе. Вот лучше пусть он просто спросит, все. Но говорить, ой, наверное, там что-то плохое вам закололи, или правда это там у вас гель. А разве не видно гель или это полимер? Мне кажется, специалист должен это тоже понимать. Тем более я никогда не колола полимер. Я это знаю, потому что при мне всегда открывали. Вот очень это мне тоже странно. Но, знаете, у меня такое ощущение, что сейчас очень-очень много таких лжеспециалистов. Их много, но на самом деле их мало. Вот специалистов их мало. А таких вот людей, которые этим занимаются, просто безумное количество. Поэтому, смотрите, ниша эта открыта. Если вы чувствуете, что вы хотите чем-то заниматься, если вы по-настоящему этого хотите, то это действительно ниша просто свободна. Будьте специалистом. Я, например, в свое время поэтому не стала визажистом. Я не чувствовала, что я могу профессионально заниматься этим делом. Я понимала, что я брезглива, там еще много всего. Это было не для меня. А люди как-то идут, не задумываясь о том, что они не обладают достаточными знаниями, что все-таки нужно как-то подготовиться к этому. Вообще ни о чем не думают. Просто вообще мне кажется, что иногда из людей таких, которые не думают, получается больше толк, чем от людей, которые вот думают и которые умнее. Это правда. Я, как знаете, мне близка очень фраза Сократа. Я знаю только то, что ничего не знаю, вот это просто про меня. Ну, большинству людей это не нужно. И еще хотела вам похвалиться. Я искала подарок для подруги, она хотела амуаж, но она хочет носить в сумочке всегда. Благоухать. Я искала подарок и нашла его там же, где нахожу всегда. Оставлю ссылку на продавца Art of Select. И это был тревел-набор Амуаж. Просто я хотела, чтобы это был не просто какой-то, вот такие есть, например, смотрите. Вот такие. Вот открываешь, ты заливаешь. Вот. Но это не очень красиво, хотя цвет очень мне нравится. А вот и то, что я приобрела, это прям очень красиво. Достать из сумочки, надушиться. И сразу видно, что это Амуаж. Например, здесь вообще непонятно, что может какие-то разливные духи. А это Амуаж, сразу видно. Очень мне понравилось это оформление. Я вам так много наболтала всего. У меня сегодня такое ругательное видео, и все будет уже таким. Пусть вот это средство хочу немножко, не немножко, а немножко не пожурить, поругать. В общем, ничего оно не работает вообще. Не знаю, может быть, оно что-то стимулирует, когда-то это будет заметно, но волосы как выпадали, так и выпадают. И это очень дорого и совершенно никчемно. Ну, по крайней мере, для меня оно таким оказалось. Несмотря на то, что я хвалила шампунь-кондиционер, помните, да, он хвалю и сейчас. А вот это средство нет. Просто вообще ни о чем. Достаточно долго пользовалась, чтобы уже понять. И еще я хотела перейти на новый уход. Я буду снимать сейчас видео, когда это закончу. Это просто такое видео-болталка будет. А вот я хочу сейчас снять видео про уход. Я уже здесь все разложила. Купила вот этот лосьон. Это увлажняющий лосьон от Guerlain. Я хотела, правда, не такой. Это просто все-таки линейка такая более для молодой кожи. И она просто увлажняет. И мне нужна уже там подтяжка. Что там еще? Не знаю, что там бывает нужно. Забыла, что это... Думаю о другом вообще. В общем, увлажнение прекрасно. Если у вас сухая кожа и вы жаждете увлажнения, вот присмотритесь к этому продукту. Это серия Орхидея называется. Я вот ее хотела купить. Она у нас почему-то не представлена. Может быть, ее перестали покупать. Я не знаю, может быть, Лапрери вытеснила. Но это хорошая линейка на самом деле, и я хочу ее. А вот это просто тоник увлажняющий. На лето может быть и нормально, а потом все-таки нужно будет что-то такое потяжелее. Можно к этому тонику докупить сыворотку и крем уже Орхидея. Когда-то он у меня был очень давно, лет 10, даже больше назад, наверное. Мне его подарили на презентации, на этих моих любимых презентациях, которые были. Все-таки тогда было очень классно. Почему это убрали? До сих пор я очень об этом сожалею. Ну, в общем, так. Это лосьон, который нужно просто вот так на ладошку, такой красивый, на ладошку выдавить и на лицо нанести. Не нужен здесь ватный тампончик, потому что ватный тампон все съест, а просто нужно нанести его на лицо и увлажниться. Я на этом с вами прощаюсь. Вы увидите в следующем видео также меня. Я не буду переодеваться. Я буду снимать сейчас видео про свой уход для лица.
Всем пока-пока.